Брати і сестри, ми будемо починати зібрання. Бог допоміг нам сьогодні бути на цьому місці, в домі молитви. І як би хотілося, щоб дійсно було таке сильне бажання, як було бажання в Давида. «Одного просили у Господа, – каже Давид, – а того тільки іщу, що мені прибувати в домі Господнім многі дні, созерцати Божу красоту, посещати Божий храм. Хай би і в нас таке було бажання, і в дітей наших, молоді наші, було сильне бажання прибувати в домі Божому». Тому що далі каже Давид, каже, «Ібо лучше, як бути у порога в домі Господнім, нежели жити в шатрах нечестя. Краще бути хоч в порозі дома Господнього, але то ніколи місця не хватає в домі Божому. Коли народ Божий переповняє молитовний дім, то краще хоч там в порозі побути, але головне в домі Божому, ніж в шатрах нечестя. Але коли хватає місця, я завжди кажу, приходьте допереду, тому що напереді буде ще краще, і чути добре буде, і благословіння переживати легко». Я читаю один віршик Слова Божого, і ми будемо мати нашу молитву. Ви знаєте, ми мали поїздку в Сакраменто, мали хорошу поїздку. Посвятили дві церкви, переживали Боже благословіння. Бог благословив дорогою, туди і обратно, все було получно. І сьогодні ми знову вдома, знову на місці цьому, перед Божим лицем. Я дякую Господу за те, що Бог завжди благословляє нас. 106-й псалом, перший віршик. «Славте Господа, ібо Он благ, ібо вовік милость Його». Славте Господи, бо Он благ, ібо вовік милость Його. Дорогі мої, в нас є за що славити Господа. Ви знаєте, один з братів був там в Сакраменто, в одній церкві, і розказував, як страдають ті, які були там, на Східній Україні, солдати. Коли ми відвідали їх в госпіталях, показував фотографії, які вони сильно поранені, як дійсно вони мучаться сьогодні в цій хворобі. Але перед нами, може, милість. Розказували браття, свідкували. Дійсно, як сьогодні неспокійно на Україні, яке переживання на Україні, як люди переживають кожен раз, а що далі буде? А в нас сьогодні мирне небо, а в нас час спокійний, а ми повно благополуччі, а в нас достаток, у нас є ізобілля. Ми не переживаємо, що завтра піднімемося і снаряди будуть летіти. Немає в нас того. Ми маємо дякувати Господа, просити милості Божої для України і просити благословення Божого. Саме головне, в нас одне переживання. Господі, і сьогодні перед зібранням ми про це говорили. Боже, збережи дітей наших, збережи молодь нашу в цій Америці. Дай, щоб вони полюбили тебе всім серцем. Ми кажемо, як їх запалити, їхнє серце, щоб вони горіли огнем Святого Духа. Щоб дійсно вони гаряче молилися, щоб вони спішили в собрання, щоб на молодіжне спішили, тому що їх мало буває на молодіжному. Але я кажу одне, якщо Дух Божий торкнеться їхнього серця, їх буде бажання йти в собрання. Вони будуть спішити на молодіжне собрання. Вони будуть старатися реалізовувати себе. Вони будуть старатися дійсно завжди прибувати там, де Господь прибуває. Церква дорога, давайте будемо за це молитися, будемо переживати. Я вірю, Бог бажає благословляти нашу молодь, наших дітей. Давайте в цьому собранні. Ми скажемо, Господь, ми нуждаємося в Тобі, в Твоїй благодаті, в Твоїй силі. Учасник буде вести зібрання, все є підготовлено. Але я не раз так кажу, хай Дух Святий сьогодні ламає всяку програму нашу, але хай Божа благодать явно буде в собраннях наших. Ми не раз пам'ятаємо, правда, коли виходили співати сестри, або хор співав, а потім переходить в молитву, а потім Божа благодать сходить, а потім Дух Святий наповняє наше серце. Так хотілося б нам пережити Боже благословення. Давайте ми встанемо наші ноги. Воздамо Богу славу за мир і спокій і попросимо Боже благословення на це зібрання молимося. О, Ісус, о, Ісус. О, ми дякуємо Тебе, Господь, хвала Тобі, слава Тобі, Ісус. Честь Тебе, подяка Тебе, вічно, благословен наш Бог. Алілуя Тебе, Господь, алілуя Тобі, Ісус, наш. Алілуя Тобі, Дух Святий. О, хвала Тобі, слава Тобі, Господь. Алілуя Тобі, Господь. О, дякую теж, Ісус, хвала Тобі, слава Тобі, Ісус, за цей день, Господь, віров до вас прожити. І в цей вечірній час Ти знову зібрав на місці цьому в домі молитви, Господь, та Бог теж. Алілуя Тобі, дорогий Ісус, за мир на небо, за час спокійний, Господь. Там на Східній Україні нема спокою, Боже, даш, люди в переживанні. Господи, а в нас є спокій, а в нас мир, а в нас благополуччя. Господь, дай сильне бажання йти в зібрання, служити Тобі, трудитися для Тебе, Господь, та Бог теж. Дай наше бажання нашим молодь, нашим дітям, Господь, живи Бог теж. Вони полюбили Тебе всім серцем своїм, Господь. Алілуя, бій. Алілуя, бій, Боже, даш. О, дякую Тебе, Господь, хвала Тобі, слава Тобі, Ісус. Ми щиро Тебе дякуємо, Господь, і хвала Тобі, слава Тобі за цей час прекрасний. День, Господь, який закінчився. Вечір настав, ми в домі молитві перед Ним лицем.
Ти благословляв нас на протязі цього дня, Господь, ти хранив нас, ти був з нами. Боже наш, в цей вечірній час ми прийшли в дім молитви, щоб помолитися тобі, Господь, щоб пережити благословення твоє, щоб прославити тебе, бути достойні слави, Господь. Сьогодні на самому східній Україні люди в переживанні. Люди не мають що їсти, Господь, не має світла, тепла немає. А в нас мир і спокій, в нас благополуччя, а в нас ізобілля, в нас достатки, Господь. Ми маємо за що дякувати тебе, Господь, Боже Бог, ти ж, як часто люди бувають невдячні. Боже наш, я тебе прошу благословити це зібрання. Наповни силу Святого Духа, Господь. Я тебе дякую, що ти хранив нас, Господь, дорозі. Ми з'їздили в Сакраменто і обратно повернулися. І ти був з нами, і ти благословляв нас, Господь. І в цей час, Господь, благослови зібрання це. Всі, хто буде приймати участь, благослови. Хто буде співати, Господь, хай це пєння, Господь, здавається з хорами ангелів. Хай так співається, Господь, та Бог, щоб це пєння приходило в молитву, Господь, щоб Дух Святий сходив. Боже, ми пам'ятаємо такі моменти. Я ще раз тебе прошу, благослови. Всіх братів благослови, які будуть проповідувати сьогодні. Пішли твоє слово, яке торкалось би серця нашого, Господь. Ми готуємося до великого служення в неділю, коли були учасники твоїй трапезі. Боже наш, приготуй нас, освяти нас сьогодні і благослови нас, Господь. Ми нуждаємося в тобі завжди. І в цей час вечірній, Господь, будь з нами і благослови це зібрання. Від самого початку до кінця будь з нами і прослався наш вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Слава Господу, дорогая церковь, общим пением споем псалом Иисуса, имя сладко мне, покой и радость в нем душе. І сестри, і дійсно достоїн наш Господь хвали, достоїн слави. Давайте ми ще раз скажемо слава Богу нашому. По милості Господній, ми маємо з вами оце служіння. Господь подарував нам цей вечір і дав нам таку можливість прийти на це місце. І ось ми з вами стоїмо перед лицем Господнім, перед Словом Його. І
Псалмопєвець Давид одного разу сказав, що послухаю, що скаже Господь Бог. І каже, що Він скаже мир народу своєму. Дійсно, наш Господь, Він любить нас, і Він хоче нам сказати щось саме найкраще. Я хочу прочитати в свою чергу із 138-го псалму останніх два вірша. Ми з вами, якщо Господь збереже наше життя і будемо живі, то у це воскресіння будемо згадувати, будемо учасниками в заповіді. І Слово Боже до нас звертається, Господь говорить до нас, що да іспитує вже себе чоловік. І таким образом пусть єсть і п'є від хліба сього і от крові. Дорогі брати і сестри, і я читаю 23-го вірша. «Іспитай мене, Боже, і узнай серце моє, іспитай мене, і узнай помишлення мої, і зрі, не на опасном ли я путі, і направ мене на путь вічний». І в одному місці є написано, єсть путі, котрі кажуться чоловіку прямими, но кінець їх – путь к смерті. Псалмопєвець обходив своє життя, обходив, переглядав його, і, навірно, він нічого не знайшов за собою. І тоді звертається до Бога і каже, ізрі, що іспитай мене, і ізрі, чи не на опасній ли я дорозі, і направ мене на путь вічний, на той путь, який веде до вічності з Богом. І коли я читав оце місце Слова Божого, мені нагадалося про апостола Павла, як Господь його направив на путь вічний. На ту дорогу, яка веде до життя. Апостол Павло, він написано, що він сам за себе свідкує, що він був дуже тщательно наставлений в законі Господньому. Він дуже добре знав закон Божий. Але він не знав близько свого Господа. І він в такій ревності старався щось робити для Господа. Але те, що він робив, було неправильно. І він робив не для Господа, а робив проти Господа. І я хочу прочитати оце місце Слова Божого, яке записано Діяння апостолів з 9 глави. І я не думаю, що апостол Павло думав, що він не на правильній дорозі. Я не думаю, що він казав, що направ мене, Боже, на правильну дорогу. Але він, напевно, цього псалма добре знав, може і на пам'ять навіть. І ось я читаю з першого вірша, 9 глава Дії святих апостолів. «Саул же, ще дишав угрозою і убійством на учеников Господа, прийшов к первосвященнику і випросив у нього письма в Дамаск к синагогам, щоб кого найдет послідуючих этому ученню і мужчин, і женщин зв'язав приводить в Єрусалім. Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему, «Саул, Саул, что ты гонишь меня?» Он сказал, «Кто ты, Господи?» Господь же сказал, «Я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна». Он в трепете и ужасе сказал, «Господи, что повелишь мне делать?» И Господь сказал ему, «Встань и иди в город, и сказано будет тебе, что тебе надобно делать». Люди же, шедшие с ним, стояли в оцепенении, слыша голос, а никого не видя. Саул встал с земли и с открытыми глазами никого не видел, и повели его за руку, и привели в Дамаск, и три дня он не видел, и не ел, и не пил. В Дамаске был один ученик именем Анания, и Господь в видении сказал ему, Анания, он сказал, «Я, Господи».
Господь же сказав йому: «Встань і пойди на вулицю, так називаємою прямую, і спроси в Іудіном домі тарсянина по імені Савла, он тепер молиться. И видел в видении мужа именем Ананию, пришедшего к нему и возложившего на него руку, чтобы он прозрел. Анания отвечал: Господи, я слышал от многих об этом человеке, сколько зла сделал он святым твоим в Иерусалиме. И здесь имеет от первосвященника власть вязать всех, призывающих имя твое. Но Господь сказал ему: иди, ибо он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя мое пред народами и царями, и сынами Израилевыми. И я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя мое». Анания пошел и вошел в дом, и возложил на него руки, сказал: «Брат Савл, Господь Иисус, явившийся тебе на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Святого Духа». Я прочитав оцю історію про апостола Павла. Апостол Павло в своїй ревності і від щирого серця він це робив, і Господь побачив, що він робить це щиро, але Господь захотів його направити на цю вічну дорогу. І Христос каже до нього, що трудно тебе йти проти рожна, проти отого гострія. І Савл рішився йти проти, але Господь відкрив його очі, і він дуже багато потрудився для слави Господньої. І коли ми далі слідкуємо за його життям, то він... Господь його вчив, не один раз його Господь вчив, і коли ми читаємо у посланні до філіппійців, 4 главі, із 12 вірша, апостол Павло тут говорить за себе. Філіппійців, 4 глава, із 12 вірша, він говорить: «Умею жить і в скудості, умею жить і в ізобілії, научился всьому і во всьому насищаться і терпеть голод, быть в обилии и в недостатке, все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». И Господь навчав апостола Павла, і коли ми читаємо, який нелегкий шлях в житті апостола Павла був, тому що Господь з самого початку каже, що я покажу йому, скільки він прийдеться йому пострадати за мене. Але Господь навчив його в його житті, і він каже, що я вмію жити в скудості, і вмію жити і в ізобілії, вмію жити і в достатку. Дорогі брати і сестри, ми з вами по милості Господній маємо дуже добрий час. Маємо достаток хліба, як духовного, так і телесного. Господь дарує здоров'я, і по милості Господній Бог зберігає мир в цьому краї, де ми проживаємо. Ви знаєте, одного разу ми так розсуждали за Україну, звідки ми виїхали. І коли стали на молитву, а Господь говорить, що ви, говорить, розсуждаєте і думаєте, що буде там. Каже: а якщо б ви знали, що буде здесь. Так що ми по милості Господній поки що маємо дуже добрий час. Але чи навчилися ми? Я знаю, що коли нас переслідували, коли ми терпіли утиски, ми вміли, як жити. Але чи ми вміємо жити в достатку, чи ми вміємо жити в ізобілії? І Слово Боже звертається до нас і каже, що во врем'я благополучія пользуйся благом,
а во время нещастя, в одні нещастя розсуждаю, тому що те і друге створив Господь, і людина нічого не може сказати проти. Коли Господь забрав мир із Східної України, що може зробити людина? Кого можна обвинити? Господь забрав, Господь є господар неба і землі, і Він наблюдає над цією всею ситуацією. І коли ми маємо добрий час, ми повинні правильно користуватися цим часом. Коли ми читаємо Второзаконня, 8 глава, із 12-го вірша, коли Господь до ізраїльського народу, Він його привів в таку благословенну землю. Господь дарував все необхідне, і Господь дуже благословив Ізраїля. Господь подарував для них ті города, яких вони не строїли, подарував їм ті колодязі, яких вони не копали, подарував їм ті виноградники, яких вони не садили. І вони прийшли, і дуже Бог сказав, що це край, в якому тече молоко і мед. Але Господь зразу дав для них свою постанову, дав свій устав, як поводитися в цьому краї, коли ви будете мати достаток, коли ви будете мати благословіння, щоб ви вміли, як жити в достатку. І дивіться, що тут написано. «Когда будеш їсть і піть, і насищатися, і построїш хороші дома, і будеш жити в них. І когда буде у тебе много крупного і мелкого скота, і буде много серебра і золота, і всього у тебе буде много, то смотри, щоб не надмилось серце твоє, і не забив ти Господа Бога твоєго, котрий вивел тебе із землі єгипетської, із дома рабства». Который провел тебя по пустыне великой и страшной, где змеи, василиски, скорпионы и места сухие, на которых нет воды, который источил для тебя источник воды из скалы гранитной, питал тебя в пустыне манною, которую не знали отцы твои, дабы смирить тебя и испытать тебя, чтобы впоследствии сделать тебе добро. И чтобы ты не сказал в сердце твоем, «Моя сила і крепость руки моєї приобрела мені богатство сіє. Но чтобы помнил Господа Бога твоєго, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство, дабы исполнить, как ныне, завет свой, который Он клятвою утвердил отцам твоим. Если же ты забудешь Господа Бога твоєго и пойдешь вслед богов других, и будешь служить им и поклоняться им, то свидетельствует вам сегодня, что вы погибнете, как народы, которые Господь истребляет от лица вашего, так погибнете и вы за то, что не послушаете гласа Господа Бога вашего. И Господь благословив цей край, але Господь сказав для ізраїльського народу, що там завжди серед вас будуть бідні. Завжди будуть серед вас бідні. Для чого? Такий благословенний край, все в достатку. Але, каже, для того, щоб випробувати вас, щоб іспитати вас, чи не, ви не зажмете своєї руки, і чи ви не скажете, що це я такий розумний, що я оце все маю. І Господь також і нас благословляє. Благословляє, але Він хоче, щоб ми навчилися в цьому доброму часі правильно використати цей час. І написано в Слові Божому, даючий бідному дає взайми Господу. І так само, коли ми маємо це ізобілля духовного хліба, щоб ми не проводили час надаремно, щоб ми запасали оцю оливу, щоб ми запасали оливу на день осади, на той час, тому що не завжди так буде. Господь не один раз говорив в слові своєму, що Господь випробує народ свій. І на закінчення своєї промови перед нашою молитвою я хотів би ще прочитати із
книги Іова, із 22 глави, із 21 стиха. Тут Слово Боже говорить до нас такі слова. «Зблізься же з ним, і будеш спокоєн, і через це прийде к тебе добро, прийми із уст його закон, і положи слово його в серце твоє. Якщо ти обратишся Вседержителю, то вновь устроїшся, удалиш беззаконие от шатра твоего». І Слово Боже направляє нас до того, щоб ми зблизилися з нашим Господом. Воно призиває нас до того, що зблизься з ним і будеш спокоєн у всіх обставинах життя, яке б не було, що б не окружало нас, які б обставини не окружали, але коли ми знайдемо близьке єднання з нашим Господом, ми в більшості. Коли Господь за нас, то Слово Боже каже, хто проти нас, той, який сина свого не пожалів, як з ним не дарує для нас і всього. І давайте ми у цій молитві, в щирій молитві, принесемо наших дітей, які зараз знаходяться там в третьому залі. Ви знаєте, що коли приходиться йти туди на молитву, молитися разом з ними, так хотілося б, щоб ми всі возвали до нашого Господа, щоб Господь дав їм впізнати Його, впізнати Господа. Можна знати дуже добре Слово Боже, можна знати Його, але як важливо знати Господа. Коли ми будемо знати Господа, то ми не будемо поступати так, як апостол Павло поступав. Він думав, що він робить щось добре, але він робив те, що було неприємно для нашого Господа. Давайте ми у цій молитві йдемо до Господа і будемо просити Його, щоб Він випробував нас, щоб Він направив на ту дорогу вічну, щоб Він приготував нас до неділішнього дня. А Йому за все нехай несеться хвала і слава. Амінь. Молимося. Господи, Боже наш, Царю наш, добрий Господи, добрий Боже, добрий наш Царю, добрий наш Господь, амінь, ава Отче, алілуя. Торе мену готмана, так мана рамене рей, бода доре мену гіла, арбеду ребіде гутмана, так мана ребеду регеду готмана, так мана ребеду гуя, аргуде гутмену. Тор бода легер гер гетмана, так мана ребеду гетмана, тар бода люре горгаду ремену. Ат мене реведу, реведу готмана, ток мене ребеде дей дуре гута гетмену. Арбеде дере мену гуле арбаду гутмана, ток мене ревне гітмана. Арбеде лей бада тор бада гутмана, так бада ребеду гетмана. Сак мене ремену регеде гету равне лой бада ток мене. О, ремену, ремену гітмана, тор бада ребеду регеду гатмана. Амінь, ава отче, рамне готмана, так мене ревне лей мене гермина. Боже, подяка тобі, хвала тобі, Боже, слава тобі, Боже, за цей день, Боже, за твоє благословіння, Боже, за достаток твій, Господь мій, Бог мій, за те, що ми маємо хліб до хліба, Боже мій, що діти наші там, Боже, слава тобі, Боже, ти, Господь, по милості твоїй даруєш нам, Боже, все необхідне, хвала тобі, Господь, алілуя тобі, подяка тобі, алілуя, сомене гетьмана. Арбеде ревне гетьмана, рай буде гетьмана, тора гуде гуде гутьмана, рай буде ревне гатьмана, арбеде ревне гетьмана, так, 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 орбеде ревне гетьмана, рай буде ревне гетьмана, орбеде ревне ревне гетьмана, так, мана, орбеде ревне гетьмана, ревне гетьмана, так, мана, дей мана, бол мана, гетьмана, ревне ревне гетьмана, Боже, ти бачиш серце моє, Боже, і зрив, Боже, ти мишлення моє, Боже, і направ, Господь мій, Бог мій, о, ремену, гету, ремен, от мана, ремену, гере, гере, геду, так мана, рай мене, гел мана, ор, бере, ремене, гет, мана, рай мене, рай мене, гот, мана, рай мене, гол, мана, сак мана, ремену, гету, гету, ремена, ол, бере, ремену, гет, міна, Боже, мій руководи, Боже, цим служінням управ, Господь мій Бог, направ, Боже, серця наших, Господь мій Бог мій, хай, Боже, Твоя воля, Боже, виконується в житті нашому. Ти добрий Господь, Ти добрий Бог, Ти добрий Цар, Ти є наша сила, Ти наш Спаситель, ми славим Твоє ім'я святе, Боже, Господь.
Господи, Спасителю наш, ми щиро вдячні Тобі, Боже, за цей вечір, подарований нам, Господи, бо Ти є добрий Господь, хвала Тобі, Боже, подяка Тобі, Господь, за спасіння, Боже, хвала Тобі за слово Твоє, Боже мій, що Ти, Господь, даруєш мир в краї нашому, Господь, мій Бог мій, добрий Господь, і наша молитва зараз до Тебе, Боже, благослови цей вечір, Господи, руководи цим служінням, Господи, управ, Господь, мій Бог мій, кожним серцем, Боже, руководи, Господь, мій Бог мій, хай Дух Святий, Боже, управ серцями нашими, Господи, відкривай, Боже, вухо наше, щоб слово Твоє, воно, Господи, торкалося серця нашого, Боже, щоб воно робило ту роботу, Боже мій, щоб воно було живе і діюче в серці нашому. Господь мій, Бог мій, благословити нас на цей вечір, Господи, благослови всіх учасників цього служіння, хай все буде для слави Твого святого імені, тому що Ти достоїн, Господи, благослови наших дітей, які там знаходяться в третьому залі, Господи, Боже, благослови вчителів, Господи, Боже, ми нуждаємось в Тобі, Боже мій, поможи їм, Господи, щоб вони впізнали Тебе, Боже, щоб вони пережили зустріч з Тобою, Господи, Боже мій, добрий Господь, тільки Ти один можеш, Боже, втримати в руці своїй, Господь мій, Бог мій, Боже, ми на Тебе уповаємо, Господи, на Тебе покладаємо надію нашу, Боже, хай Твоє ім'я буде прославлено цей вечір на цьому місці, Ти достоїн, Бог Отець, Син і Дух Святий, Амінь. Thank you.
Письмо від Бога. Дорогое дитя, приветствую тебя. Как поживаешь? Мне бы хотелось поговорить с тобой, но времени ты не располагаешь, поэтому пишу тебе домой. Я и вчера был у твоей постели и ждал, когда расстанешься со сном, чтоб сил придать уверенности в деле и одарить тебя счастливым новым днем. Но ты к стене лицом отворотился, чтоб сон продлить на несколько минут. А я стоял и ждал, не торопился, так люди на земле не ждут. Потом и вовсе времени не стало, ты омылся, оделся и ушел. Но беглый взгляд твой в зеркало устало, сказал мне, что не так все хорошо. На миг твой взгляд упал на мое слово. Я думал, ты поговоришь со мной. Я был готов утешить тебя снова, но нет, ты так увлекся суетой. И днем, мой друг, я вновь и вновь пытался вступить с тобой в полезный разговор. Я ждал, я ни на миг не отлучался, но не меня искал твой слабый взор. А помнишь завтрак, вкусненькую пищу? Все это также было от меня. Кого люблю, те кушанья не ищут, те все сидят у моего огня. Потом обед, и вздох тяжелый снова. А я стоял там рядом со спиной, я ждал, что ты промолвишь слово, что наконец заговоришь со мной, что ты о чем-нибудь меня попросишь, чтоб я помог в решении проблем. Но мысль тебя какая-то оносит, и ты все так же глух и нем. Когда же весть тебе пришла плохая, и слезы побежали два ручья, я так хотел их вытереть, мечтая, что наконец-то пригодился я. Я отвлекал тебя от мрачных мыслей, я солнышко лучами согревал, я сделал так, что радуги повисли, как разноцветный горный перевал. Я ветерек послал тебя навстречу, я дождь пролил обильной стороной. Все птицы пели песни целый вечер, но все же ты не говорил со мной. И даже вечером, придя с работы, ты не был почему-то друг со мной. И в спешке принял ужин без заботы, вдруг канул в телевизор с головой. Программа увлекала тебя надолго, она важна, как видно для тебя, она важнее разговора с Богом. А я так много выслушать хотел. Ты выбился из сил, я понимаю, изнемогая, бросился в постель, меня, увы, совсем не замечая, а я так много выслушать хотел. Мысль обо мне мелькнула на мгновение, но было это сквозь пространство сна, и к моему большому сожалению он одолел тебя совсем до дна. За целый день не сказал ни слова, за что же ты не любишь так меня? Но завтра я приду опять, чтоб снова благословить тебя в начале дня. И для того я написал все это, чтоб обрекнуть тебя, доставить боль, но чтоб помочь и делом, и советом, чтоб проявить к тебе свою любовь. Общение обоим нам полезно. Я рядом буду, я тебя дождусь. Вдвоем, поверь, нам будет интересно. С любовью, твой Господь Иисус. Аминь. Thank you.
благодать и любовь от Отца. От Отца бесконечной вселенной никогда, 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 никогда не получишь за злато и деньги. Никогда, 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 никогда не получишь за злато и деньги. Пусть и мути вели свет людей, добродетель твоя беспредельна. Никогда ты ни жизнью, ни смертью своей не оплатишь ни доли спасения. Никогда ты ни жизнью, ни смертью своей не оплатишь ни доли спасения. Ты привык все оплачивать точно, даром только лишь нищим дают. Никогда, никогда не получишь прощения, если нищим к нему не придешь. Никогда, никогда не получишь прощения, если нищим к нему не придешь. Своей славы не даст Бог иному, кровь Иисуса единственный путь. Никогда с человека, пришедшего к Богу, Иисус не желает забыть. Никогда с человека, пришедшего к Богу, Иисус не желает забыть. Слава Богу, браті, сестри. За все йому слава, він на це має право. І я для того тут вийшов, щоб засвідчувати про те, що Господь достойний слави. Про себе нічого не можна сказати доброго, а про Господа завжди можна сказати добре. І, як ви, може, пам'ятаєте, десь місяць назад Міша Козуб об'являв, щоб молитися за Івана Манчика. І я теж був тут, але я не подумав, що це за мене. А це мій брат там в Сакраменто живе, теж Іван Манчик, і за його молились. До мене дехто підходив, питав про здоров'я, і до мене позвонив участковий діакон, брат Вася Бовчанник, і запитав про здоров'я теж. Я йому сказав, що я почуваю себе чудово, хорошо, правда, трохи пояснив, що в цьому році, у 2014-му, коли мені виповнилося 75 років, я відчув деяку проблему. Мене стала боліти права нога в коліні, і я спомнив, як одна сестра із нашої церкви, Ліда Мельник, коли в неї таке було, і вона так само подумала, як і я.
Ну, нічого, старість, вже починають проблеми. Але вона говорить, що вона вирішила зайти у братську кімнату до братів, щоб браття помолились. Думаю, це ж я можу так зробити. Я зайшов у братську кімнату, брата Саші не було тоді. Помолилися браття, возлагали руки на мене, брат Віктор, брат Коля. І я не відчув такого, щоб зразу мені стало краще, щоб я зразу отримав таке зцілення, як сестра Ліда говорила, або як сестра Марія Манчик свідкувала про своє зцілення. Я хорошо знаю всі матеріали, я їх печатав для журналу. І думка виникла така. Ну, добре, нема зцілення, але ж у Господа ще є виздоровлення. Не тільки одне зцілення, а виздоровлення. Я схватився за це і думаю, буду держатися цього. І на протязі всього 2014 року, мене нога боліла по-різному. І так, що я вже провірив, що лучше помагає, чи холод, чи тепло. Багато чого. І на різних упражненнях фізіотерапевта посилали. Ну, було, так сказати, ця хвороба була. Але коли браття помолились, і я так подумав, і я вооружився такою мислею, і вже починає з нового року, з 2015 року, у мене вже болі перестали. І в мене нога не болить, так як вона боліла раніше. Хоча я відчуваю ще, але вже зовсім не те, що було раніше. То я хочу сказати за це слава Господу. Брати і сестри, буває так, що дома, звичайно, кожен день благодариш Бога, кожен день славиш Бога. Але кажеться, що ця слава така якась маленька, якби то ще, як кажуть, тисячу устами поблагодарить Бога. Ось я для того і є тут, щоб ви поблагодарили Бога за таке, за те, що Господь такий милостивий. Ну і разом хочу засвідкувати ще деякі випадки, які трапилися в тому ж 2014 році. Я живу на північній частині Лейкленда. Там мій апартмент, Mill Pond. І мої діти живуть туди на південь, на Lake Tubbs. Мені приходиться їздити кожен день до них. Коли я їду від них, я проїжджаю такий участок дороги, де не напрасно і називається Lakeland Hill. Як я замітив потім, там 8 градусів уклона. Якщо не їхати уважно, то можна розвити велику скорость. Отак і було зі мною. Я їхав не дуже уважно і набрав таку скорость, там де 35, то в мене десь вийшло 50. І головне, що в той же самий час я замітив поліцейську машину. І різко затормозив. Ну, це ж стало помітно, що різко затормозив. Я глянув, у машині поліцейська жінка. У мене тут думки, як молнія стали. Я вспомнив случаї, коли я працював там на Волинську, і до нас, до дежурних електриків, часто заходив один слесар. І він казав, я зараз говорю не про наших віруючих сестер, а він говорив про невіруючих жінок. Каже, якщо жінка отримує якусь власть, то вона дуже ісполнительна, вона може ні на що не подивитися, вона тобі не простить. І він приводив такий приклад. У його жінка його покинула, і він такі приклади приводив. Каже, під час війни, коли, говорить, жінка, солдат, брала в плен німця,
І коли він її упрашував, що в його дома і жінка, і маленькі діти, вона ні на що не дивилась, вона просто його розстрілювала. Коли ж німець попадав до мужчини, і той його так упрашував, мужчина його відпускав. І от в мене якраз такі думки, думаю, оскільки то поліцайка жінка, то, мабуть, трудно з нею буде говорити. Вона мене не помилує. Я згадав случай, коли я жив в Бюрені, і там теж я їхав рано на зібрання і дуже так поспішав, запізнювався, то я набрав скорость у місто 60-80, 85 даже. Поліцейський замітив, остановив і каже, куди ж це ви так поспішаєте в цей ранок? Я кажу, їду на зібрання, запізнююсь, чи можете ви мене простити? Каже, да, тільки їдьте і більше не нарушайте. А тут я відчув, що вона мене не простить. І бачу, вона включила огні, мігалки, і починає розвертатися, щоб мене доганяти. Але так повернула. Вона стояла на моїй стороні, на правій стороні. Їй легко було повернути і просто їхати за мною. А вона так повернула, що заїхала аж на другу сторону, а там стояла машина на виїзд, і вона зі всією силою в ту машину врізалась так, що вже я дивлюся, в заднє дзеркало дивлюсь, мігалки погасли, все затихло. Ну, а я як їхав, так і поїхав. І вже недалеко мій апартмент, я приїхав благополучно. Я переживав, тому що я в такій інчурисній компанії, де приймають водіїв без аварій, без нарушень. І ця компанія, вона кожен рік знижує гроші, знижує. Якщо б 10 років не було аварії або тікета, то до 20%. От мене 20% знизили. І думаю, що ж тепер буде? Все, тікет буде, і як тепер буде? Ну, я просто вдячний Богу, щоб мене Господь збавив від тікета, і цей случай так обійшовся. Хоча жалко її, звісно. І думав, може вернутись, пожалітись, але вже, що я там поможу? Другий випадок був незадовго після цього. Як ви, може, пам'ятаєте, це було 17 жовтня, а після того був такий сильний вітер. Я навіть пам'ятаю, що мої діти не могли доїхати додому, тому що дерева перегородили дорогу, падали дерева. Дуже погода була погана. В той час я приїхав від них до себе додому. Зайшов, думаю, остановлюсь, візьму почту. Коли я раптом не зрозумів, що сталося, з мене злетіла фуражка. Я думав, що це від вітра. Я нагнувся, взяв фуражку, піднімаюся, я весь під деревом. Дерево впало, накрило половину моєї машини, і на мене воно падало. Воно, правда, задержалося на поштових ящиках трохи. Але ж могло бути все. Я тільки замітив на правій руці, чуть-чуть так кров, як то комар вкусить, пішла кров. Ну там же могло бути і по голові вдарити, і по окові вдарити, все могло бути. То я і за цей случай хочу сказати, слава Богу. І таких випадків у мене є дуже багато, але я їх не буду всі розказувати. Якби було часу, я міг би багато чого розказати, як було ще до цього, які випадки були, як Господь чудно і вибавляв від цього всього. Наприклад, коротко нагадаю, що коли я в Бюрені жив, я був в другій церкві, але Новолинська церква купила, значить, приміщення, комплекс той, і мені Толік Кальчик, будучи адміністратором, предложив допомогти з електрикою. Ну, він на мене так, як то кинув Ілія свою мілоть на Єлісея, і він вже не міг відказатися, він пішов за ним.
Так само він, коли він мені предложив, я прийшов, там якраз в класах робили ремонти, ділили класи наполовину. Я як включився в цю роботу, то вже там попрацював десь 10 років на тій церкві. Ми там замінили 40 кондишенів, біля 40 кондишенів нових всі. Було дуже тяжко, тому що раніше перекрили кришу, криша була двойна, треба було і пауер туди підвести, і до термостата провод. Одним словом, я працював там із задоволенням. І думаю, вже машина така стара, і думаю, що ж буде, як купити машину? Але не говорячи подробно про це все, я хочу так просто сказати, що за той час у мене появилась не одна даже, а дві новеньких машини з нуля, взяти її у ділера, куплені просто нові машини, не дивлячись на те, що я там на церкві нічого не заробляв, нічого ніхто мені не платив. Ну це ж теж милость Господня. Я це теж вдячний за це все. Тому що так чудово Господь допомагав і благословляв. Так що, браті і сестри, я тут для того, щоб прославити Господа і щоб попросити вас, щоб ви поблагодарили Бога, щоб я відчув, що цієї благодарності моєї так мало, але щоб і ви ще прославили Господа. Слава Богу за все. Амінь. Брати і сестри, давайте ми дійсно подякуємо нашого Господа. Попросимо Боже благословення. Брат Іван, він нам ще так потрібний. Впереді ще реконструкція, стройка. А брат Іваня, він ще має стільки енергії, хоча 75 років, але я вам скажу, що він може ще позмагатися зі мною. Скільки в нього здоров'я. Хай Бог дасть йому ще здоров'я. Він ще послужить благословенню для нашої церкви. Так що давайте ми помолимося за нього, подякуємо Богу за всі милості Божі і просимо, щоб Господь давав йому далі сили, укріпляв і благословляв його. Молимося, давайте. Господи, слава тебе, благодарності, халлелуя, халлелуя. О, слава Ісусу Христу, Господу нашому, за милості Твої, за благодіяння Твоє, і за любов Твою святу, за все дароване Тобою, Ісус. Хвала Тебе, слава, нехай прибуде в цей час, Боже святий. Я молю Тебе, прошу, Боже любий, благослови благословінням з неба, благослови мене в цей час, Боже, Твоїм небесним отцовським святим благословінням, благослови Христу, благослови Ісус. Буде отцовське небесне благословення. Хай буде ім'я святе прославлене і возвеличене. Нехай за все тобі вознесеться хвала і слава і благодарність. Господи, благослови і зціли повністю. Ісус, і зціли повністю, Господь. І зціли повністю, Господь, дорогий. Боже, я вдячний тобі за всі милості твої, благодіяння. Я вдячний тобі за цей час вечірній, що наш участок веде зібрання. І мені прийшлося сказати, Боже, про чудеса твої і про твої милості. Я вдячний тобі, Господь, прошу твого благословення надальше. Боже, я прошу, благослови нашу церкву. Дай, щоб, Господі Боже, ми всі любили нашу церкву, щоб ми, Господі Боже, всі благословляли служителей наших, пастирей наших, діаконів, проповідників. Господи, благослови нас всіх. Дай, щоб Твоє благословіння прибувало з нами. Боже, як радісно бачити велике кількість народу, коли народ спішить в молитвений дом, коли, Господи, прославляють Тебе. Ісус, я за все благодарю Тебе, славлю. І прошу Твого благословіння надальше. І будь за все прославлен, великий вічний Бог, Творець неба і землі. Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Браття, сестри, я забув сказати, що коли до нас приїжджав Ростік Баришкевич, і тоді теж була дуже така сильна молитва, і Ростік говорив дуже так вдохновленно. Я теж вийшов тоді, брат Саша з її помазанням помолились за мене тоді, то це все послужило для кращого здоров'я. Хай Богу буде за все слава. Амінь.
Споємо всім пінням «Висока любов і дивна». Любовью все дышат,
трясется душа. Когда добровольно любя, Христос согласился на жертву себя, тебя возлюбил и меня. Любовь не изменишь, любовь не возьмешь, и высь без предела и вширь. Такую любовь оказал нам Отец, что отдал он жизнь за весь мир. Любовь люди ждут, все знают, любовь хороша. Любовью все дышат, любовью живут, любовью спасется душа. Любовь не гордится, любовь люди ждут, все знают, любовь хороша. Любовью все дышат, любовью живут, любовью спасется душа, любовью спасется душа. Голгофа, Божий Сын идет на казнь. Он без вины взял грехи всего мира. Разоренная толпа кричит: распни, распни его. Его святая кровь течет с креста, глаза его полны любви, и уста шепчут: Отче, прости. Страшная боль, и стоны, и кровь. Голгофа дрожала в тот миг, вся земля под тобой, а он лишь молился так кротко. Yeah.
Всего сердца хочется сказать славу нашему Господу за Его присутствие на этом месте. Хочу также поблагодарить наших прекрасных музыкантов, певцов за прекрасные гимны, которые несут благую весть. И это очень сильно касается сердца нашего, несет радость от Господа, несет благодать особенную, ну и, конечно, за отличное исполнение тоже. На этот раз мне пришлось просить помощи у моего старшего служителя районного, о чем проповедовать. Иногда трудно, но я благодарю Бога, что Господь вот так через старших служителей вдруг и дает тему. И он сказал: знаешь, вот в воскресенье брат положил начало такой интересной теме, как видение. Давай-ка продолжим. Хорошо. И поэтому сегодня мне хотелось бы поделиться с вами некоторыми размышлениями на тему видения. Ну, что это такое прежде всего? Знаете, прежде всего это как мы воспринимаем окружающую жизнь, как мы судим ее, что мы собираемся делать в будущем, к чему мы направляемся, как мы оцениваем поступки людей, то или другое. И в этом плане можно сказать, что любая проповедь, наверное, она может подойти под вот эту тему как бы видения. Я хочу прочитать из Евангелия от Марка и из 8 главы, с 22 стиха, историю, известную нам хорошо. Евангелие Марка 8:22. «Приходит Вифсаиду и приводит к нему слепого и просит, чтобы прикоснулся к нему. Он, взявши слепого за руку, вывел его вон из селения и, плюнув ему на глаза, возложил на него руки и спросил его, видит ли что. Он, взглянув, сказал, вижу проходящих людей, как деревья. Потом опять возложил руки на глаза ему и велел ему взглянуть. И он исцелел и стал видеть все ясно. И послал его домой, сказав, не заходи в селение и не рассказывай никому в селении». Чудо, которое совершил Иисус Христос. Здесь речь идет о физическом зрении. Ну, знаете, так в моей жизни случилось, я с детства имею плохое зрение. Ну и постепенно с годами оно падает. И был период, когда врачи не могли помочь мне. Но, знаете, в одно время, когда я взмолился Господу и говорю, что Господь, ну мне надо как-то. Вот Господь послал пути, вот хорошего врача, который сделал мне очки. Это был 1993 год. И вы знаете, все стало в другом свете, по-другому видится. Однако интересно, что когда я получил эти очки, вижу прекрасно, читаю замечательно, все нормально, люди другие, жена красивее стала, вот, а стесняюсь, а вот одену очки и как-то неловко себя чувствую. Ну, правда, сейчас как-то наоборот, когда сниму, кажется, я уже не такой. А почему я это говорю? Вы знаете, что-то такое заложено в сознании человека, наверное, что как бы корректировка даже физического зрения, вот,
оно как-то, знаете, в школе, помню, кто-то носит очки, ну, как называли, очкарик, да? Вот, как будто что-то неладно. Вот, но все-таки корректировка зрения и видеть правильно – это намного лучше всего другого. Надеюсь, вы со мной согласны. Тем более, если речь идет о духовном зрении. Дорогие мои братья и сестры, зрение духовное человек получает тогда, когда к нему прикасается Христос. Вы знаете, лично я это в своей жизни тоже пережил. Прекрасный момент покаяния, когда Христос вдруг коснулся моих глаз и показал, вот смотри, что ты есть, Господи, а что же мне делать? Он сказал, я рядом с тобою, я здесь для того, чтобы ты ясно видел, чтобы твоя жизнь и твои глаза видели правильную цель жизни, куда тебе идти, чтобы ты был благословен. И сегодня я от всей души хочу благодарить моего Господа, что однажды был этот день в моей жизни. Люди, которые не пережили встречи с Иисусом Христом, они просто не имеют духовного зрения. Иногда мы удивляемся, Господи, ну как же не видеть любви Твоей? Как же не видеть чудеса творения Твоего? Как же не прославить Тебя, Бога? Как же не верить, что есть Бог, Создатель, который держит все на этой земле? Но, увы, люди не видят этого, не имеют духовного зрения. Как нам нужно благодарить Господа за то, что Господь коснулся нас и дал нам духовное зрение. Однако, дорогие мои братья и сестры, не все так-то просто. Дело в том, что есть враг душ человеческих или просто жизненные обстоятельства, греховность жизни вот этой, она вредит нашему зрению. Она искажает иногда наше зрение, и нам надо признать, что нам постоянно, всю жизнь требуется корректировка нашего духовного зрения. И на самом-то деле это бывает болезненно. Вот попадет в глаз что-нибудь, и знаете, попробуй-ка достань. Проще достать какую-то занозу где-то из пальчика, из руки. Немножко потерпеть надо, а вот из глаза попробуй достань. В моей жизни было такое, это серьезное такое вмешательство. И знаете, поэтому часто бывает так, что когда мы имеем зрение духовное, но вдруг что-то извне вмешивается и несет что-то другое, когда мы недооцениваем, не понимаем, что корректировка нашего зрения обязательно и нужна, люди воспринимают весьма болезненно. Но когда мы понимаем, Господи, нам нужна постоянная корректировка нашего духовного видения, тогда это переносится легко. Я, как пример, просто хочу благодарить Бога и засвидетельствовать, недавно здесь в церкви прозвучала одна проповедь, которая заметно подкорректировала мое видение вот на эту тему. Звучала проповедь на такую тему, когда разрушены основания, что сделает праведник? Давным-давно я слушал эту проповедь. Возможно, проповедник пережил что-то такое разочарование, что ну, в этой ситуации ничего нельзя сделать. И знаете, до этого воскресенья у меня и было такое понимание, что есть такие ситуации в жизни, когда и праведник уже ничего не сделает. Не скажу, чтобы в жизни было моей много таких моментов, когда опускались руки, все, уже ничего не хочется делать, потому что здесь невозможно, основания разрушены. Однако были такие моменты. И я благодарю Бога, что на основании Писания вдруг такое прекрасное откровение, праведник всегда может что-то делать. Это замечательно, это вдохновляет, это воодушевляет. Слава Господу за то, что Он использует нас как членов церкви, в служении, вот в этих собраниях Он корректирует наше видение и зрение. Слава Богу, будем понимать, что это нужно, будем открыты для этого и дай Господь, чтобы наше зрение, видение духовное становилось яснее и яснее. Сегодня я хочу обратить только на некоторые, наверное, важные объекты, на которые мы, как правило, обращаем внимание и как-то их видим. Поскольку, как мы заметили, что дьявол пытается извратить наше зрение, то есть место, где это зрение особенно корректируется очень сильно. И, естественно, это Голгофа. Представляешь, в воскресенье мы будем иметь трапезу, где мы будем стоять перед Господом, будем рассматривать свою жизнь, будем рассматривать себя, будем
молиться Господу, открывая свое сердце, будем просить прощения у Бога, что видим, что не так, будем просить Господа, чтобы открыл нам то, что мы еще не видим. И знаете, тогда это вносит в нашу жизнь божественный порядок, который сопровождается торжеством и великой радостью спасения. Итак, первый объект, на который мы, конечно же, обращаем внимание, это мы сами. Каждый из нас каким-то образом видит себя самого. Как-то мы себя оцениваем, свои поступки, действия, убеждения свои, свои цели и намерения. Апостол Павел в послании к римлянам в 12 главе, там с самого начала, где-то 3 стихом, он говорит: «По данной мне благодати каждому из вас говорю что? Не думайте о себе более, чем должно думать, но думайте как? Скромно». Я очень люблю это слово «скромно», по мере веры, которую каждому Бог уделил. Знаете, когда человек слишком высоко себя ценит, дает себе слишком высокую самооценку, то здесь приходит очень много проблем, очень много других грехов. Почему? Потому что когда такой человек испытывает удачу в своей жизни, а она у каждого бывает, то тогда очень легко приходит гордость. Вот какой я умный, вот какой я smart, да, успешный, вот как у меня все хорошо получается. А когда приходит неудача, а неудачи тоже ко всем приходят, тогда слишком быстро приходит самосожаление. Человек безутешный, он обижается на все и всех, на жизнь. Какой я бедненький, пожалейте меня, а почему меня никто не жалеет? Все такие плохие вокруг, я такой важный, а мне никто меня и не пожалеет. Когда вдруг человек такой встречается с критикой, вы знаете, он, как правило, сразу вступает в самозащиту. Ну, такое, знаете, слово популярное, и часто все мы его употребляем. А ты, да? А на себя посмотри. Вот. А как же ж ты поступаешь? Как ты везешь? Вместо того, чтобы прислушаться, вместо того, чтобы извлечь уроки и что-то полезное для себя. Когда приходит клевета, когда говорят такому человеку то, что совсем неправда о нем, тогда вырывается сильное возмущение, тогда сильный бунт. Вместо того, знаете, чтобы помолиться Богу за клевещущего, вот, чтобы благословить и сказать: «Господь знает всю правду, вот, и мне не о чем переживать». Есть другая сторона или другая крайность, когда человек видит себя ничтожным, ни на что не способным. Помните притчу о талантах, когда господин раздавал таланты своим слугам и дал им задание: «Иди и употреби на дело». И помните, тот, кто получил один талант, что он сделал? Ну что один талант? Пошел, закопал, ничего я с этим не могу сделать. Закопал и все. Но, увы, получил очень плохую оценку своего господина по возвращении, ужасную. Дорогие мои братья и сестры, все мы с вами, являясь одной семьей, церковью Господней, мы никогда не должны думать, что в теле Господнем мы ничего не стоим, ни на что не способны, вот только приду, посижу тихонечко и уйду. Ну что же я могу делать, у меня никаких способностей, я ничто не умею сказать, не умею спеть, не умею подойти к человеку, не умею. Нельзя так про себя думать, потому что каждому Господь что-то дал. И если это даже один талант, он очень-очень ценен пред очами Господа, и мы обязательно можем с этим что-то делать. Мы можем за кого-то молиться. Мы можем подойти, утешить печального лицом друга. Мы можем сделать хотя бы что-нибудь. Мы обязательно что-то имеем. Нельзя думать о себе совсем низко, о том, что мы совсем ни на что не способны. Более того, Слово Божие, оно всегда поднимает нас выше. Знаете, когда в присутствии Божьем человек Божий пал на лицо,
лице и сказал, что я ничто, погиб, ибо я человек с грешными устами, тогда что, говорит, десница Божия взяла меня и подняла на ноги мои. Когда мы слишком опускаемся, когда мы видим себя как ничто, то Господь нас возвышает. И апостол Петр говорит, вы царственное священство, народ святый, люди, взятые в удел, чтобы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Мы что-то есть, и это благодаря Господу нашему Иисусу Христу. Голгофа – это то место, где мы можем приобрести реальное видение себя самого. Что это значит? Мои грехи сняты. Мои грехи омыты кровью Иисуса Христа. Да, мы знаем, в жизни мы согрешали здесь и там. Согрешали в детстве, согрешали в юности, согрешали в средние годы. Быть может, эти грехи разные в разных сферах. Стареем и тоже где-то согрешаем, но наши грехи омываются кровью Иисуса Христа, когда мы приходим и исповедуемся Господу, когда мы слагаем все это у креста Голгофы перед нашим Спасителем Иисусом Христом. Это сделали не мои заслуги, а кровь Иисуса Христа. И Он, Иисус Христос, называет меня святым, и не потому, что я совершен, а потому, что я однажды буду совершенным благодаря Его подвигу на кресте Голгофе. Слава нашему Господу! И апостол Павел говорит о себе, что я не хочу сказать, чтобы я уже достиг, это Филиппийцам в 3 главе, 12 стих, но стараюсь, не достигну ли и я, как достиг меня Иисус Христос, забывая заднее, но простираюсь вперед к почести вышнего звания. Дорогие мои братья и сестры, проходя через Голгофу, Господь дает нам эту силу. Дает нам силу, чтобы нам стремиться и устремляться вперед, чтобы нам быть благодарными Господу за прощение, за искупление, за силу благодати Его, которой Он нас ведет вперед. И начав доброе дело, начав спасение в нашей жизни, конечно, Он и совершит. Слава нашему Господу за это. Второй объект – это другие верующие. Как мы видим другого человека? Знаете, если у нас нету правильного видения по отношению к другим верующим, ну, как правило, это будет мешать нашему общению друг с другом. Поэтому очень важно видеть правильно ближних наших. Иногда есть такая, знаете, точка видения очень идеалистическая. И, как правило, вот такая проблема бывает у, поскольку я пережил в опыте служения, бывает у новообращенных людей. Когда они покаятся из мира, придут к Богу, приходят в церковь, они думают, что все, ну, просто ангелы с крылышками, что никто абсолютно не согрешает, у всех идеальные характеры в семьях, ни одной размолвки, разногласия, все детки очень послушные и хорошие, все очень любезные, ну, просто как ангелы. Они так думают, и они хотят тоже такими быть. Однако проходит время, месяц-другой, и они начинают видеть, что, оказывается, и в церкви у людей тоже есть что-то, есть какие-то недостатки. И понимаете, вот это видение, оно необходимо, чтобы корректировалось, потому что иначе оно просто разбивает человека. И я помню, когда один человек мне говорил, нет ничего святого. И здесь люди все такие же, вот хоть и в церковь ходят, лицемерие. Это разбивает человека с таким вот нарушенным видением или зрением. И Слово Божие нам говорит очень много о том, что каждый человек, он согрешает. Все согрешили и лишены славы Божией, говорит апостол Павел Римлянам 3 глава 23 стих. Вот. Или же Иаков, даже самый строгий апостол, который большой упор делает на дела, покажи твою веру в делах, и то он соглашается, говорит, что все мы много согрешаем. И, дорогие мои братья и сестры, понимая это,
понимая это, нам будет легче воспринимать окружающих нас братьев и сестер. И знаете, особенно иногда люди думают, что вот те, которые сидят вот здесь, вот проповедники, хористы, вот это-то самые безгрешные люди, вот это самые святые люди. Ну, дай Бог, чтобы оно так и было. Конечно, очень хочется, и я верю, что в некоторой степени те, которые Господь поставляет, они, наверное, святее, лучше, раз Господь их вот как-то избирает. Однако, братья и сестры, лично я перед вами, как перед моими братьями и сестрами во Христе, говорю, что не думайте о мне лично так. Почему? Потому что если вы будете о мне думать, что я святой и безгрешный, скажите, с кем я могу поделиться своими проблемами и недостатками? Кому я могу подойти и сказать, ты знаешь, вот у меня вот такой ляпсус получился в жизни? Кому? Вы скажете, у тебя да, быть не может. Но мне же тоже как человеку надо и хочется кому-то подойти другой раз и сказать, что я тоже человек. И мне хочется, чтобы кто-то помолился со мной, чтобы кто-то поддержал, сказал слово ободрения. И думаю, что все служители в этом тоже нуждаются, дорогие мои братья и сестры, понимание, что мы все-таки все много согрешаем, оно располагает нас на взаимоподдержку и помощь, а не вводит в какое-то отчаяние. Все грешат, все плохо. И знаете, это другая крайность, когда мы видим окружающих людей, несовершенных, грешников. А, все так поступают, а, все согрешают, всем так можно, а что я буду стараться? И мне тоже, значит, можно. Это вторая крайность. Наша задача – понимать, что все мы слабые, однако поддерживать друг друга, помогать прийти к Голгофе, чтобы совершить покаяние, чтобы обрести новые силы и двигаться дальше за Господом, забывая все заднее. Если Господь прощает нас и забывает все, то и мы должны забывать прегрешения друг друга, особенно когда они направлены к нам. Знаете, как бывает, я тебя прощаю, но никогда не забуду, что ты мне сделал. А ведь Господь наше забывает, и это приводит нас от силы в силу. Это переводит нас от славы в славу, это ведет нас ближе к Господу, и на самом-то деле мы становимся чище, мы становимся святее перед Господом, хотя приближаясь к Богу, знаете, мы не гордимся, но в свете славы Божией мы больше и больше видим свое несовершенство. Возможно, кому-то из вас мне приходилось бывать в больнице, и знаете, интересно, что я никогда не видел, чтобы в больнице кто-нибудь сказал, ну да, я немножко больной, но ты больнее меня, а я лучше тебя. Там наоборот, если человек больнее, если он не может подняться, то те, которые могут ходить, они стараются служить, они стараются помочь, они стараются принести и отнести от этой койки, и это правильное расположение вещей в нашей духовной жизни – так же должно быть. Видим слабого, изнемовшего духовно, падающего. Что нам делать? Да, я тоже несовершенный, но я хочу помочь тому, кто, быть может, уже и шаг ступить за Господом не может, а я хочу помочь ему. И вы знаете, это помогает исцелиться, как в больнице физически, потому что хорошие эмоции, взаимопомощь, оно поднимает дух, настроение, благотворно влияет на физическое состояние человека, тем более в духовном мире это очень сильно действует. О ком я молюсь? А очень важно нам, чтобы мы молились друг о друге. О ком я молюсь, я никогда не смогу клеветать об этом друге или об этом брате или сестре и сказать что-то плохое. Никогда. Но если я о ком-то клевещу и говорю плохое, я никогда не смогу молиться за этого человека. Рот не откроется. Сохрани нас, Господь, от этого. И следующее – это видение Бога. Конечно, каждый из нас как-то представляет и понимает Бога, каков Он. И вы знаете, на самом-то деле у людей есть очень разное понимание Бога, и от этого зависит очень многое. Как церковь живет, какие формы служения, какие настроения среди людей, какие чувства в сердце человека. И знаете,
неправильное видение, когда прощение воспринимается очень дешево. Ну вот, как чековая книжка, да? Вот, мы платим биллы, выписываем чек, оторвал, следующий месяц другой, вот, грешу, пришел, Господи, прости, помилуй. Все, дальше пошел, вся та же самая жизнь. Это неправильное видение, потому что прощение наше, оно не дается легко Богу. Оно стоило смерти Сына, Его возлюбленного, единственного Иисуса Христа. Оно стоило тяжелейших страданий, мучений, смерти в агонии. Оно стоило очень дорого, ибо дорогою ценою куплены вы, ценою крови Иисуса Христа. Нельзя думать, что прощение дается очень легко. Надо понимать, оно стоило очень много и серьезно. Грех – это убийственная болезнь, возмездие за грех. Слово Божие говорит – смерть. Поэтому Христос и умер за наши грехи, иначе нам следовало бы умереть. Но Христос взял на себя вот это наказание. Есть другая крайность, которая тоже требует корректировки, когда люди представляют Бога как палач с дубинкой. Опасно к нему прийти. Заболело немножечко там, там что-то не так. О, Господи, наказываешь. За что же, Господи, наверное. Иногда, знаете, просто наша оплошность человеческая, водички хлебанул там холодной, наше, так сказать, ну, неразумное поведение, приходит что-то. Но я встречался с людьми, которые в малейшем видят наказание Бога. Бог накажет, Бог как будто бы ждет. Вот приступи хоть малейшее, чтобы тут же обрушить на тебя меч и бич. Братья мои, сестры, наш Бог не такой. Читаем Библию от корки до корки и видим, что Бог есть любовь. Он милующий, Он любящий. Да, Он корректирует нас. Да, иногда Он, как любящий отец, и наказывает, и наставляет нас, но это любовь Божия. Все-таки Он не палач. Он не желает, чтобы мы страдали. Он не желает, чтобы мы боялись Его и боялись прийти к Нему. Он сделал все, чтобы мы могли приходить к Нему. И когда человеку стало очень страшно приходить к Богу, потому что греховность, потому что несостоятельность, тогда Бог открыл новый путь через Иисуса Христа, через Его тело. Эта завеса была разорвана, и через Иисуса Христа и Его смерть на Голгофе мы имеем доступ к престолу благодати Божией. Бог – это наш Отец Небесный. Он хочет, чтобы Его дети приходили к Нему как с хорошим, так и с плохим, приходили к Нему как Отцу. Будем понимать это. И дай Господь, чтобы наше зрение, наше видение духовное было правильно, чтобы оно корректировалось нашим Господом, чтобы мы были открыты для этого, чтобы, приходя на служение, мы могли ожидать, что сегодня мое видение духовное нужно, и я верю, что будет где-то как-то подкорректировано. Это очень важно. И получая только корректировку в нашей жизни, мы будем благодарить Господа, мы будем счастливы, мы будем радостны, мы будем благодарны Богу друг за друга, когда мы служим друг другу, и Господь корректирует через служение друг другу, корректирует наше духовное зрение, это будет большая радость, счастье, и любовь будет объемлять нас, и Господь будет радоваться Церковью Своею. Я верую, что Он и радуется с нами. Но если у нас и есть все это, то пусть это напоминание будет для того, чтобы так и оставалось дальше. Пусть Господь благословит вас, дорогая Церковь, а Господу за все слава. Аминь. И хор исполни сейчас гимн «Буду петь любовь».
Слава Богу. Да будет благословено имя Господа. В Библии написано: «Долготерпите и вы, укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается». Он придет. Он придет во мгновение ока. Он придет при последней трубе. И людей, прославляющих Бога, Он возьмет в небеса, к себе, и иссякнут все слезы и стоны, упразднится господство греха. О, друзья, а вы встретить готовы Иисуса Христа, жениха? Знаю я, что исчезла пусталость, если б ангел пред нами предстал и сказал бы: «Неделя осталась до прихода Иисуса Христа». Представляю себе ту тревогу, позабыв о земной суете, мы взывали б усерднее к Богу, проповедуя всем о Христе. Прекратились бы ссоры и войны, забастовки с борьбой за права, а потоки людей добровольно отовсюду б стекались к церквям. Опустели б кинотеатры, не стояла б толпа за вином. Телезрители все аппараты повыбрасывали бы вон. Деньги сразу бы стали ссором. Люди с Богом вступили б в союз, зная то, что придет очень скоро за народом своим Иисус. Осознав, что такое Голгофа, поднимали бы к небу глаза. О, какая была б суматоха, если б ангел такое сказал, но такого не будет вовеки, никогда. Почему? Слушай, друг, как мигая смыкаются веки, он придет неожиданно, вдруг не покаяться. Не помолиться ты не успеешь тогда. Опечалятся многие лица, услыхав от Создателя: «Нет, я совет вам давал, доколе не поздно, примиритесь сегодня с Христом». Вы к Нему отнеслись несерьезно и махнули рукой потом. Друг, тебе без Христа одиноко, ты стоишь на опасном пути, но любовь милосердного Бога тебя хочет от ада спасти. О, приди к Иисусу сегодня, и тогда избежишь многих бед. Он придет во мгновение ока, Он придет при последней трубе. Аминь. Слава Богу. Брати і сестри, наш час так швидко біжить. Ваня Брага мав ще закінчити зібрання, говорити проповідь. Ну, але ця проповідь буде дуже коротка в нього. Єдине, тільки я попросив, Саша, зачитай нужди, тому що більшість нужди на українській мові. Я зачитаю тільки нужди, зроблю короткі об'яви, і брат Ваня тоді призве нас до молитви, заключної молитви. Значить, відійшла в вічність Ліда Шевчук, і тому я виражаю глибоке співчуття для всієї родини, Годунків, Шевчуків, хай Бог благословить вас і потішить. Похоронне зібрання буде в неділю вечором. В неділю вечором буде вечірнє зібрання похоронне, але зранку будемо мати хліболомення, і хто не зможе бути зранку, вечором ми все-таки будемо проводити там братські комнати для тих, хто не може бути рано, хліболомення. Так що буде вам предоставлена така можливість участвувати вечором в братській комнаті, як завжди. Так що в неділю вечором зібрання похорони, а в понеділок на 11 годин на Кенті, в Кенті на кладбищі буде вже на кладбищі зібрання, будуть погрібати тіло сестри Ліди. Значить, цей четвер завтра попросив нас Олег Пінда, подзвонив, щоб дозволили нашій церкві провести служення, тому що відійшов вічність брат Володимир, молодий ще, 57 років, який співав в групі. Колись ця група співала в нас, в церкві була. І каже, може бути багато людей. І просив, щоб ми дозволили провести це зібрання в нас, в церкві. Так, завтра на 7 годин буде тут похоронне зібрання із Львівської церкви. Будь ласка, ашери, які ашерують на вулиці, особливо розставляють машини, будь ласка, підключіться і послужіть завтра, добре? Так само оператори, брат Коля, організуйте, добре? Тому що, щоб посторонні люди до пульта не приступали, тому що це новий пульт,
Будь ласка, брат Коля, організуйте, щоб завтра було озвучення, щоб на цьому похоронному зібранні. Значить, в неділю хліболомення, але перед хліболоменням, хто бажає, значить, поучаствувати в служенні омовіння на годину раніше, як обично. На годину раніше, будь ласка, ви можете приїхати і прийняти участь в омовіння ног. Читає нужди, які поступили, і ми будемо мати нашу останню молитву, братування призвено до цієї молитви. Дорогі брати і сестри, будь ласка, підтримуйте нас в молитві за сина, щоб Бог дав покаяння і повернув до церкви. Батьки просять. Нуждаємося в помочі від Бога за наших синів, щоб вони оставили гріховну дорогу і служили Богові. Батьки просять. Просимо молитися за нашого сина, щоб Бог спас його, дав покаяння і освободив від завісімості. Мама просить. Брати і сестри, прошу, подякуйте разом з нами, зі мною, щоб Бог зберіг мою дочку в нещасному випадку. Попросіть, щоб Бог благословив і укріпив її надальше. Сестра Люда просить. Прошу, помоліться за моїх дітей, вони заболіли, щоб Господь подав поміч і оздоровив їх. Немає медикала для нас. Господь є добрий доктор і скорий помічник нам. Дякую за молитву, мама просить. Просимо молитви церкви за спасіння нашого сина, щоб Бог освободив його від наркотичної залежності. Батьки просять. Просимо, підтримайте нас в молитві, щоб Господь навернув церкву сина і невістку. Просять батьки. Просимо церкву помолитися за сина, щоб Бог оградив його і щоб гріх не мав власті над ним. Батьки просять. Церква Христова, моліться за Анатолія Бабця, просить мама, і дякую за молитву. Помоліться помоліться зі мною за мого чоловіка, дякуємо. Сестра просить. Просимо Господа та вас, помоліться за нашу дочку, щоб Бог установив її на широкій дорозі та направив на возеньку стежку, яка веде в вічні оселі, щоб ворог не обладав нею. Дякуємо за молитву, батьки просять. Помоліться за нашого маленького внучка, щоб Бог його оздоровив. Дякую за молитву, бабушка. В нашій внучки завтра тести. Помоліться, щоб Бог допоміг її успішно здати. Бабушка просить. Помоліться за моїх дітей і внуків, щоб вони покаялися у своїх гріхах і служили Христу від чистого серця. Дякую за молитву, сестра Люба. І, пожалуйста, помоліться за тата Петра і моїх двох братів Віктора і Юрія, щоб вони разом з нами ходили в церкву, просить Юлія Мельник. Юлія Мельник просить за своїх братів і за свого тата. Сестра Надя там є, я думаю, що Наді таке саме бажання, щоб Петро прийшов в церкву, все-таки служив Господу і разом з своїми синами. Будь ласка, брат Ваня. Обратился к брату Саше, чтобы он прочитал эти записки, потому что и я мог бы прочитать, и полагаю, что почти хорошо на оценку 3 по-украински. Но чтобы было на 5, я предложил брату Саше. Брат Виктор же говорит мне: да нет, брат Ваня, читай, потому что вот нам нравится, когда читает кто-то по-украински, а на самом деле не есть украинец. Я говорю: конечно, нравится улыбнуться. А зачем я должен вызывать улыбку у каждого из вас? Ну и пошли подсказки. А вот брат Женя умеет читать по-украински. И когда я это услышал, то в себе подумал: обязательно потренируюсь, чтобы в следующий раз не то, чтобы не уступить брату Жене, но прочитать уже и по-украински. Хорошо, братья и сестры, осталось несколько минут, которые мы посвятим молитве. Но я все-таки прочитаю вам один текст. Проповедовать, конечно, не буду сегодня на эту тему, но для того, чтобы приблизительно дать вам знать, какой будет темой в следующий раз, когда придет очередь проповедовать. Давно думаю над этим текстом, работаю над ним. Очень нравится мне это. К Римлянам, глава 8, с 15 стиха. Вы так хорошо знаете этот текст. Слушайте внимательно. «Потому что вы и я не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Ава, Отче. Сей самый дух
свидетельствует Духу нашему, что мы тире дети Божьи. И дальше, если это правда, если это так, если дети, то и наследники, наследники Божии и сонаследники же Христу. И вот один абзац, братья и сестры, о котором будет идти речь. Если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас. Дорогие мои, все мы всегда испытываем страх. И очень просто удивиться, почему? Мы названы сынами Бога. И это сущая правда. И Слово Божие здесь говорит, что мы имеем полное право взывать к Богу и говорить «Ава, Отче». То есть мы, христиане, познавшие Бога, не оскорбляем Бога, когда говорим Ему «Отец наш Небесный». И при этом так и понимаем. Он есть наш Отец. Церковь, я в этом нахожу такой приоритет, потому что не все имеют право. Не все имеют право говорить Богу «Ава, Отче», «Отец мой». Бог, ты есть мой Отец. А мы такое право получили. Мы эту привилегию унаследовали. И я, и вы можем говорить многократно, раз и в каждой молитве «Отец мой», только живущий там, на небе. Вот какие у меня есть к тебе просьбы и переживания. Но почему в таком случае, братья и сестры, когда у нас есть такая мощная защита в имени Господа Бога, который располагает всем, абсолютно всем, и не знает никогда поражения, мы испытываем страх, определенное переживание. Имеем ли мы право испытывать такой страх? Как его расценивает Бог, когда мы имеем чувство страха, братья и сестры? И вообще, страх – это единственная квалификация чувства переживания? Я думаю, что нет. И страх квалифицируется многогранно, многоэтапно, и есть разнородие страха, потому что есть страх Божий, есть страх от человека, есть страх перед смертью, есть страх перед экзаменом, есть страх перед мужем, перед женой, какой угодно. О каком же страхе идет речь в Священном Писании? Мы должны об этом очень много говорить, чтобы правильно разуметь, потому что неправильный страх парализует, отнимает силы, лишает нас надежды. А Слово Божие говорит, что это совсем нехорошо, когда мы теряем надежду. Вот один стих, и мы заканчиваем. Это 23 из этой же главы. Ибо и нет, и не только она, то есть не только вся тварь, речь выше идет о том, что вся тварь совокупно стенает, и не только она, скажем, весь животный и другой мир, но и мы, имеющие начаток духа, и мы в себе стенаем, и дальше через запятую, ожидая усыновления и искупления. То есть, братья и сестры, последних два предложения. Мы с вами все проходим этап ожидания усыновления и искупления. И этот этап есть этап, когда мы все стенаем. Слышите? Стенаем. Это нормальное явление. Но нужно знать, как себя вести, как сохранить свою веру и не утратить ее, потому что следующий стих говорит, если только мы утратили надежду, братья и сестры, то надежды как таковой вообще нет, если мы ее не имеем. Это интересная тема. Мы поговорим об этом в следующий раз. Это только маленькое ознакомление. Сегодня мы, братья и сестры, имеем полное право с дерзновением служить Богу, не испытывать страх, потому что обстоятельства вокруг нас нисколько нас не подвергают страху. Поэтому давайте сейчас помолимся о всех этих нуждах, где люди имеют переживания и определенную тревогу. Пусть Господь им выйдет навстречу. Поблагодарим за это служение. Аминь.
Владыка неба и земли, Господь, я со всем Твоим народом сейчас благодарю Тебя за то, что Ты был с нами сегодня здесь, на этом месте. Слава Тебе, Господь, слава, хвала и благодарение Тебе, Святой. Величи Тебя, душа моя, Владыка неба и земли, за это доброе время, которое Ты даровал, подарил каждому из нас. Господи Боже, мы здесь, и Ты здесь. Мы пользуемся Твоим присутствием и славим Тебя, потому что Ты есть наш Бог. Аллилуйя Тебе вовеки. Однако, Господи, я прошу Тебя о том, чтобы Ты сегодня не оставил и тех, которых здесь нет, или тех, которых имеющие здесь место братья и сестры совершают просьбу пред лицем Твоим и просят помощи для них. Их благослови Всевышним Твоим святым благословением. Пусть каждый из них будет благословен во имя Твое и для спасения Твоего, Господи. Я благодарю Тебя за то, что Ты привел меня в этот дом, в этот вечер. Я могу, Господи, с народом Твоим молиться и воздать Тебе славу. Аллилуйя! Господу слава! Господу слава! Господу слава во веки веков! Ты услышь нас, Господи, пусть милость Твоя распространится и умножится над каждым, кто есть сегодня здесь, на этом месте. Отец наш Небесный, мы взываем к Тебе в этот вечер, как в верховной власти. И зная это, Господь, благодарим Тебя за это право не только называться, но и быть чадами, сынами и дочерями великого Бога. Слава Тебе, Господь, за это право. Ты дал нам это право. Мы не были лучше прочих и не есть, но Ты, Господь, благоволишь к нам. Хвала Тебе и честь. Господи, я благодарю Тебя за этот вечер и за это служение, которое состоялось в этом доме. Слава Тебе, Господь, за то, что мы были в состоянии прийти. Господь, Ты сберег наше здоровье, дал нам охрану на путях наших и сберег нас от всего, что бывает в этом мире. Благодарим Тебя сердечно за это благополучие и слово, которое мы приняли от Тебя, и пение, которое мы представили Тебе для славы Твоей, Господь. Не для славы нашей, для славы Твоей. Господи, пусть сердца наши будут исполнены всегда благодарности и хвалы, которую Ты ожидаешь от нас. Господи, представляем Тебе все вот эти нужды, которые были прочитаны. Воззри на них, Святой. Там есть просьбы матерей и отцов, которые полны переживаний за детей, которые, Господь, сегодня не здесь. И они просят, чтобы Ты их возвратил в этот чертог, чтобы и для них было Твое благословение. Сделай это, Господи. Мы присоединяемся к просьбам каждого родителя. Услышь их, Господи, услышь нас сегодня. Здесь есть просьба детская, Господь, от сестры Мельни, которая просит о своих братьях, о своем отце, Господь, который также не в доме Божьем. Воззри, Господи, услышь молитву этого ребенка и молитву нашу, и возврати отца и сыновей в этот дом, чтобы спасение Твое было для них также. Господи Боже, есть люди с зависимостью, есть люди полные грехов, и Ты дал нам право молиться о них, Господи. Мы совершаем сегодня молитву за все прочитанные нужды. Господи Боже, услышь нас. Благодарим Тебя за то, что Ты нас слышишь. Господи, научи нас жить благочестиво и ходить пред лицем Твоим, имея только страх Божий, ибо Он есть спасение наше. Распусти нас Твоим божественным миром. Храни наши семьи и благословляй наши дома. Тебе слава и честь Богу Отцу, Сыну и Святому Духу. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, как на земле, как и на небе.
Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Благодарю.